Попытка третья. Найти грибы. Маслята не получились. Ну, попробуем за лисичками. Сегодня был дождик. Ну, конечно, за 15 минут они не вырастут. Но так очень сухо было. Трава-то. Вот сюда дорога за лисичками. А вот сюда за подосиновиками и подберезовиками. Что-то я подозреваю, что это не людская тропа. Охранник с нами. Вот лесная земляничка. Давай, проходи. Красивый папоротниковый лес. Вот эти желтые листочки сбивают с толку. Так и кажется, что лисички. Надо чаще выбираться. Главное не грибы, а процесс. Ой, хоть бы на супчик найти. Здесь всегда лисички были. Но что-то не видно. Черника поспела. Но мало, надо ехать за черникой. Вот это такие ямы от бомбовых ударов во время войны. И все время почему-то здесь муравейники около окопа или около ям.